Христос совершил свою миссию, умер за грехи человечества, победил дьявола, смерть и ад, и Бог воскресил его из мертвых. Это является неоспоримым фактом. Христос вознесся на небеса и воссел рядом с Богом Отцом. Задумайтесь, кто может сойти в преисподние места земли, а затем взойти на небеса и сесть рядом с Богом на престоле? Только подобный Богу. Иисус и есть равный Богу Бог. И вся вселенная преклонилась перед Ним. Знаете, в Библии есть послание к евреям. Интересно, что евреям написали, да? 1 глава, 3 стих. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Аллилуйя.